«Но я думаю, что этот парень сделал много чего для этого спорта», — говорит Тайсумов. «Он раскрутился, он делает деньги, он много чего изменил. Я не могу ничего плохого говорить про этого парня, потому что ничего не сделал из того, что сделал он». Конор — чемпион в двух весовых UFC в 66 и 70 килограммах. Он потом решил пойти в бокс и подрался с лучшим боксером. О чем мы вообще говорим? Макгрегор — он очень умный боец. Все знали, что он против Мейвезера ничего не сможет сделать, но он вышел, подрался и заработал денег. Сказал Бек. В UFC сейчас очень много трэш-тока, друзья. Перед поединком бойцы часто провоцируют друг друга, и это уже не в диковинку, а вполне привычная вещь. И вот что говорит об этом Майербек. «Бойцы, которые так себя ведут, преимущественно европейцы или американцы. Они любят из всего делать шоу и много говорить. Я россиянин и не привык так себя вести. Россияне в UFC стараются добиться успеха исключительно спортивными методами, а не привлекая внимание различными провокациями», говорит Бек. Что касается боя Хабиба и Конора, по словам Тайсумова, Конор – удобный соперник для Хабиба. Его цитата. «Нельзя быть уверенным на 100%, шансы у Хабиба больше, чем у Макгрегора за счет борьбы. Конор – удобный соперник для Хабиба, потому что он быстро устает и бороться не умеет. Шансы 80/20 в пользу Хабиба». Интересно, что в одном из своих интервью Майербек сказал, что не дружит с Хабибом Нурмагомедовым, знаком, но не дружит. Отмечу, что они с Хабибом в одной весовой категории, и, возможно, Бек так завуалированно показывает, что готов к бою с Хабибом. Но это уже философия. Еще один вопрос, почему россияне в UFC не дерутся между собой? Здесь, друзья, все просто. Россиян пока еще мало в UFC, если быть точным, их 27 человек. К слову, тех же бразильцев в 3 раза больше, 80+. У них в каждом весе сейчас минимум по 5 бойцов. Вот когда и наших будет под 80, вот тогда возможны бои россиянин против россиянина. А Майербеке скажу так, что это отличный и адекватный боец, который не скандалит и никого не оскорбляет. Желаю удачи Беку в предстоящем поединке. Напомню, что он пройдет в Москве 15 сентября, и его соперником станет Десмонд Грин. С вами был канал Антона в ММА. Самые лучшие новости здесь. Подписывайтесь, нажимайте колокол, чтобы смотреть меня первым. Давайте наберем Тайсумову 500 лайков. Уверен, у нас получится. А на этом все, друзья. Встретимся через несколько часов. Пока.